Гонконг запретит ввоз морепродуктов из Японии, если страна продолжит сброс в океан очищенной радиоактивной воды с АЭС Фукусима. Гонконг является вторым по величине рынком Японии для экспорта рыбной продукции. В 2022 году Япония отправила в город рыбопродукции на 536 миллионов долларов. План Японии по сбросу воды с поврежденной атомной станции был на днях одобрен Международным агентством по атомной энергии. Тем не менее, правительство столкнулось с противодействием как внутри страны, так и со стороны соседей из-за опасений за безопасность продуктов питания. Мы считаем, что ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов и здоровья населения лежит на правительстве специального административного района Гонконг. Поэтому мы будем придерживаться принципа активной профилактики. Как только японское правительство инициирует сброс ядерных сточных вод, мы немедленно запретим импорт продуктов водного происхождения сразу из 10 префектур Японии.